Ну что же, хочу вам показать специальный инструмент для наброса раствора. Что для этого нужно? Наливаем раствор в инструмент. Чик. И все. Сразу накладываем раствор на стену. Конечно же, это намного удобнее, чем брать и потихонечку выкладывать. После того, как вы такой процесс сделали, все, можете брать шпаты, растягивать и уже теперь сразу ложить, или сразу ложить сетку, или можете сначала растянуть и затем ложить сетку. Смотрите, как изготовить такой инструмент в течение получаса. Дальше в видео все будет. Так, приступим к изготовлению этого устройства. Понадобится канистра и какой-нибудь лист металла. Лучше всего, если он будет немножко завернут, тогда это ребро будет более жесткое. Вот я какой-то отлив такой нашел дома и канистру. Размечаем, как будем отрезать вход. Значит, лучше, если будет снизу это отверстие. И вот так нужно будет прорезать. Не до конца прорезаем, чтобы оставить здесь ребро жесткости. Ну, вот как-то так, наверное, чтобы ребро жесткости осталось. Ну, и затем нужно будет еще разрезать вот приблизительно вот так. Вот так. Чтобы потом его сложить. Все. Приступаем к порезке обыкновенным канцелярским или строительным ножом. Берем и чик. Отрезаем, оставляя обязательно не до конца, для того, чтобы все-таки у нас устройство осталось достаточно жестким. Будет заливаться сюда раствор. Значит, это 5-литровая канистра, можно взять 3-литровую, но у 5-литровой немножко будет больше здесь это отверстие, что, собственно, в нашей ситуации это плюс. Разрезаем просто полностью. Наверное, начнем отсюда. Чик. Выливаем лишнее. Это канистра. Смотрим, откуда начали. Это канистра от грунтовки обыкновенной глубокого проникновения. Все. Ну, все, теперь так будет выглядеть наше устройство. Зачем нужно это делать? Я хочу, в принципе, она может быть и вот такой, но его ж нужно переклонять, и тогда вот стенка будет мешать. Если я вот согну, даже если я переклоняю, не будет упираться. Ну все, теперь нужно вот здесь или сшить, или я поставлю заклепки. Заклепочника у меня есть. Можете просто просверлить отверстие. У меня есть для этого шуруповерт. И просверлить сколько вам нужно. Если это на проволочку, можно сделать 4 отверстия. 2 здесь, 2 здесь. И проволочкой связать. У меня будет заклепки. Поэтому я заклепка на 4 миллиметра, сверло, соответственно, должно быть чуть больше, на 4,2. Ну, вот я здесь просверлю сначала по одному отверстию, закреплю, потом еще 2. Вытаскиваю, вставляю и ставлю заклепку. В принципе, можно с той стороны поставить шайбу, будет еще лучше. В таком случае, если шайба будет с той стороны, точно не выскочит заклепка, потому что это все-таки
пластик. При дергании он может отвалиться. Ну вот таким образом. Теперь нужно определиться с шириной. Налив, когда он будет вытекать, он будет немножко еще растекаться, поэтому он должен быть немножко шире. Ну вот я думаю, что нужно сделать вот такой ширины. Сейчас отмечу. Где-то вот так. Вот такой ширины. И вот так отрежу сейчас кусок металла. Обыкновенные ножницы по металлу. Отрезаем. Сейчас отрежу и продолжу видео. Ну что же, показалось мне неэффективным резать ножницы. Металл нужно выворачивать. Я сделаю это болгаркой. Будет намного быстрее. Готова заготовка. Теперь мне нужно точно так же пристегнуть заклепками эту платформу. Здесь она завернута. За счет этого будет здесь хорошая жесткость, не будет гнуться, как, например, с этой стороны. Ну, кстати, это такая толстая оцинковка какая-то старая валялась. И что еще нужно сделать? Это выход. Выход. Здесь уже нужно сделать без борта, без заворота. Нужно отрезать такое окошко с заходом аж сюда. Для того, чтобы здесь не было такого круглого выхода. Что я имею в виду? Ну, вот, режем прямо отсюда. Так. Оставляем сбоку, конечно же, ребра жесткости. Вот так у нас будет. Вот такое отверстие. Все. Теперь уже полностью все готово. Прикрепляю. Сейчас просверлю 3 отверстия. Ну, наверное, 4 такие. Причем шляпки буду ставить в середине. Вот такие круглые незаметные шляпки, потому что в середине тут все-таки остается сильное тело, тут внизу они мешать не будут. И я вот таким образом, получается, сделаю 2 отверстия так и 2 вот так, выровняю ближе к середине, получается. Ну, не так это важно, мне кажется. Все, намечу сейчас, просверлю в металле, потом приложу к пластику и просверлю в пластик. Я просверлил 4 отверстия, теперь переношу их сюда на пластиковую основу, на пластиковую канистру. Должны ли быть они ровные? Нет, не обязательно. В принципе, это тут главное, чтобы совпадали. Неважно, по центру канистры они попадают, не по центру. Это не так важно. Все, теперь я соединяю. Соединяю также. Я соединяю заклепками. Но вы можете пойти другим путем. Если нет заклепочника, так же самое можете по 2 отверстия для того, чтобы их проволочкой в 4 местах закрепить, и думаю, что будет хорошо держаться. Но опять-таки, как я уже говорил, я хочу заклепки поставить изнутри для того, чтобы выглядывающие шляпки все-таки были снаружи. Здесь они не будут мешать,
а изнутри будут, там будет раствор, и это будет неудобно. Соответственно, поставить заклепки не так удобно изнутри. Нужно тут подлазить как-то. Но я думаю, что как-то я этот вопрос решу, даже если это не очень удобно. Но это возможно. Так, я уже пристегнул на 4 заклепки саму поверхность этой лопаты. Сразу хотел показать, что я хочу сделать, как я хочу доработать. У меня было вот под таким углом пристегнуто. Хочу немножко больше угол сразу сделать вот так, для того чтобы можно было сильнее переклонять, тогда лучше вытекает раствор. И сейчас хочу сделать так, чтобы когда я заклепку ставлю, ну, в вашем случае, если вы проволочкой делаете, то вообще никаких вопросов не будет, как, я имею в виду, как прикрепить вот так с большим. Здесь есть шляпка, она хорошо держит. А вот здесь расширение, которое идет, оно выскакивает иногда, и на предыдущем у меня выскакивало. Я хочу поставить, сделать заклепку изнутри, а с этой стороны поставлю шайбочку. Как сделать шайбочку? Взял кусочек алюминиевой какой-то алюминиевого листа, его можно порезать прямо ножницами, и для того, чтобы сделать шайбочки под размер, я сейчас сделаю 4 отверстия и прямо на месте сделаю шайбочку. Собственно, все, 4 отверстия сделано. И если это алюминиевое, вы можете сделать и в оцинковке. Ну, я для того, чтобы быстрее просверлить, взял алюминиевый. Тут можно обыкновенными ножницами порезать вот такие шайбочки. Этого будет достаточно для того, чтобы назад заклепка через пластик не выскакивала. Все, теперь я хочу сделать, как уже сказал, немного больший угол. Вот такой был, вот такой, я сделаю вот так. Все, беру заклепку, уже теперь показывать все остальное я не буду, но беру заклепку с той стороны, у нас есть шайба, она будет и так держать достаточно крепко и не будет выскакивать. Ну, во всяком случае, у меня не было ситуации, когда бы выскочила шайба. Ну, это заклепка. А с этой стороны я поставлю вот такую шайбочку. И теперь, когда я сделаю, когда я поставлю заклепку, она уже хотя бы одну. Тут можно все 4 шайбы ставить. Можно хотя бы одну, и то уже будет держать. Все, теперь ставим заклепку. Я все пристегнул, заклепки поставил. Здесь немножко выровнял, чтобы не было, поотрезал лишнее. Единственный момент, я хотел обратить ваше внимание на окно. Наверное, не стоит сразу делать большое окно, потому что когда оно такое большое, начинаешь переклонять, слишком большое, слишком много сразу вылазит. Поэтому сначала сделайте небольшое, если вы увидите, что малое количество выходит, немножко подрезать. Как мне кажется, это получилось у меня великовато. Немножко я погорячился, но полевые испытания покажут. Вот такое устройство очень удобно для того, чтобы набрасывать быстро. Или это
шпаклевка домашняя, гипсовая, или это штукатурка цементно-песчаная, или это клей для пенопласта. Можно на пенопласт ложить, можно уже потом штукатурку сверху, финишную на пенопласт, на сетку армировочную для пенопласта. Этим устройством очень легко или намного удобнее и быстрее это делать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. До новых встреч с новым видео. Смотрите и другое мое видео по таким же инструментам, например, для установки пенопласта. Есть вот такое сверло. Я здесь в видео будет, под видео будет ссылка на это, как сделать сверло для того, чтобы сразу устанавливать грибок, сразу уже с местом под грибок сделано. Ну а также линейка для того, чтобы выравнивать пенопласт, стыки, когда они стыкуются неровно, как быстро, буквально в течение получаса сделать такую линейку, что позволит вам ложить, затирать стыки пенопластовые очень быстро. Все это будет в видео, в ссылках под видео. Всего доброго!